Привет, друзья, с вами Алексей Марков. Наконец-то я дочитал книгу, вот она у меня в руках, называется «Полный газ», автор Джо Хилл. И книгу мне эту подарил магазин «Читай город», за что ему огромное спасибо. И, естественно, я ставлю ссылку на покупку этой книги в магазине «Читай город». Вообще, огромное удовольствие держать вот эту толстую книгу в твердой обложке с пухлыми страницами, а читать еще приятнее. Я ее читал в туре еще где-то, но вот наконец-то, мне кажется, больше года я ее читал, наконец-то дочитал. Чем она хороша, чем я вообще люблю сборники рассказов, что можно читать книгу не целиком, а когда есть время, раз, прочитал. Причем я читаю ее не подряд, я читаю обычно, начиная с коротких рассказов, где-то с середины выбираю коротенький, и потом уже как придется. Это собрание рассказов сына Стивена Кинга, которого зовут Джозеф Хиллстрём Кинг. Он выбрал себе псевдоним Джо Хилл. Да еще и с комментариями к каждому рассказу и с длинной-длинной предысторией, предисловием автора. Обожаю вообще комментарии авторов. И сам, кстати, тоже делаю комментарии к своим рассказам. И буду продолжать это делать, потому что, ну, что может быть лучше, чем рассказать о своем творчестве? Явно уж поинтереснее, чем какой-то состав портфеля раскрывать. Ну, дальше уже по рассказам. Я прям свои мысли записал. По мере чтения как раз все записывал, чтобы не забыть. Первый рассказ «Полный газ». Он написан в соавторстве с папой. И он, кстати, не очень интересный. Не очень поучительный или даже не неожиданный. Ну, скорее, наоборот, очень предсказуемый. Мне он не понравился. Ну, зато он такой кинематографичный. Здесь уже от папы не отстает наш сын Джо. А второй уже рассказ «Карусель». Он мне очень уже понравился. Про оживших зверей. Джо Хилл пишет, что в комментариях пишет, что это самый бесстыдно кинговский, Стивен Кинговский, в смысле, рассказ из всех. Но как будто это плохо. Конечно, ничего плохого. Это даже и хорошо. Здесь ужасы, мистика, поломанная психика, молодость. Чем-то, наверное, напоминает он «Верхом на пуле». Или как «Райдена Буллит», по-моему, называлась книга. Он, причем открыто это пишет, что вот это кавер на отца, но рассказ все же другой. И, кстати, я думаю, что можно было этот рассказ написать и подлиннее, сделать из него неплохую повесть, потому что здесь, ну, там, хороший герой, можно много интересного дальше было бы насочинять. Дальше идет рассказ «Станция Вулвертон». Там немного туговатое начало, но идея и сюжет просто чума. Я даже не буду раскрывать. Вообще великолепная идея. И здесь есть не то, что... так сказать, небольшая недосказанность. И это на пользу идет. То есть можно там дальше досочинять, что произошло. Я похожий когда-то рассказ, точнее, похожий конец у моего рассказа называется «Дом Фрэнка». Кто не читал, почитайте. Вот, но тут забавнее получилось. Все-таки у меня отец не Стивен Кинг. Потом рассказ про детей-роботов и динозавров. Это совершенно дурацкий. Автор его назвал брэдберианским. И я поддерживаю. Дальше... рассказ называется «Дьявол на ступенях», про искушение, такой восточно-мистический, довольно оригинальный. Потом идет рассказ «Фавн», странный, если не сказать абсурдный, рассказ про охоту на мифических животных. Потом рассказ идет «Запоздалый», про библиотекаря из будущего. А, там милый очень сюжет, но там в именах я что-то путался, кто там есть кто. Похоже, наверное, тоже я бы хотел писать в таком каком-то стиле. Ну, может быть, я себя заранее немножко превозношу. Дальше очень идет адский рассказ, футуристический «Все, что мне важно, это ты». Я думаю, что Артур Кларк, он бы дико задрожал от такой трагичности, которую здесь придумал Джо Хилл. Я бы сказал, что, наверное, это лучший рассказ из его сборника. Называется «Все, что мне нужно, это ты». Под конец начинается жуть. Там есть рассказ «Мамочки», который «Мамс». «Мамс» — это по-английски «хризантемы». И игра слов по-русски, к сожалению, теряется. Вот. И потом последний, а предпоследний рассказ называется «В высокой траве». Очень киношные, очень страшные рассказы в духе папы, опять же. И, кстати, действительно, прям он такой киношный и будет экранизирован рассказ «В высокой траве». И там Стивен Кинг тоже ему помог. Ну и «Вишенка на торте». Последний рассказ очень короткий. С него можно, кстати, и начать. Самолет над ядерным апокалипсисом летит, и все плохо заканчивается. Рассказ называется «Вы свободны». Могу лишь рассказать, что там присутствуют трамписты и антипутинисты. Поразительно злободневный, хотя рассказ написан в 2018 году. Короче говоря, теперь у нас есть два Кинга, один Стивен, второй Джо, и это прекрасно. И рекомендую всем книгу Джо Хилл «Полный газ». See the turtle.
On his shell he's holding the earth.